Я вітаю глядачів телеканалу «Рада». В ефірі програма «Власний погляд». Тема нашої розмови сьогодні – це зовнішня політика України. У нашій студії співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков. Доброго дня, пане Михайло. Добрий день. Один з найоптимістичніших прогнозів останніх днів від голови Верховної Ради Олександра Турчинова. Він говорить приблизно наступне. За 5 років Україна буде готова до вступу в Європейський Союз. От ваше бачення темпів реформування країни таке ж оптимістичне? Ну, було б хорошо, якщо б цей прогноз оптимістично оправдався, і Україна вийшла б на подобного роду рішення. Вопрос буде во многом залежить від того, коли Україна буде готова. То есть речь будет идти о имплементации соглашения об ассоциации в первую очередь. И сейчас, наверное, задачей, важнейшей задачей является, скажем так, ратификация соглашения, которое предполагается, как мне очевидно, в сентябре, вот, и дальнейшая ее имплементация. То есть речь идет о реализации национального плана по имплементации данного документа. Вот. И это представляется на сегодняшний день наиболее важной задачей для руководства страны. Такого плана еще нет, да, до сих пор? Он анонсирован, и он в ближайшее время, очевидно, так, надо полагать, появится. Тут вопрос в том, чтобы не допустить ошибки предыдущих аналогичных документов, которые были в Украине, вот, чтобы он был сбалансированный, чтобы он был четкий, чтобы он был, скажем так, распределял функции, задачи и цели. Вот, чтобы были аккумулированы определенные ресурсы, то есть чтобы он действительно являлся, ну так бы сказать, дороговказом реформ для украинского общества. Вот это представляется очень важным, как мне кажется. А на вашу думку, политическая воля сегодня есть на впроваджение этих реформ? Я думаю, да. Об этом заявлял президент, вот, об этом говорит глава кабинета министров. Вот. И что самое важное, как мне представляется, по данным наших исследований Центра Разумкова, за последний период, ну, скажем, если взять, скажем, год, то есть поддержка населения процессом евроинтеграции, она увеличилась. И причем увеличилась значительно. Это представляется очень важным, потому что это легитимизирует волю украинского руководства и дает очень серьезную поддержку именно со стороны населения. И вот это нужно иметь в виду в первую очередь в том числе. А насколько Европейский Союз сегодня готовый надать Украине такую перспективу? Ну, об этом сложно говорить. Я повторюсь, что тут важна мяч, в данном случае, на украинской стороне. То есть от нас зависит, в первую очередь, то, какими темпами мы будем двигаться по направлению к Европейскому Союзу. Как будут реализовываться реформы, заложенные в соглашении об ассоциации. Я имею в виду не только политическую часть, но в большей степени и экономическую, в том числе и зону свободной торговли, что представляется крайне важным. Это, понимаете, если посмотреть, это собственно, это глобальный пакет реформ для Украины, которые сейчас жизненно важны стране. И вот это представляется наиболее сегодняшний день важным. Вот. Как это будет реализовываться все, покажет время. Это будет зависеть от эффективности, настойчивости и целенаправленности действий, в том числе украинского руководства, при поддержке, безусловно, населения. А какие, на вашу думку, сегодня переважают настрои в Европейском Союзе? Чи так одностайні країни у підтримці власне нашої країни, особливо після введення так званих вже економічних санкцій проти Російської Федерації? Но мы сегодня можем говорить о, собственно, солидарной позиции Европейского Союза, которая проявляется не только, скажем, в трехэтапных санкциях, но и в поддержке позиции Украины, в том числе и на мировой арене. Мы достаточно вспомнить результаты Генассамблеи ООН, в том числе, когда 100 стран поддержали именно Украину по вопросу, в том числе и Крыма. То есть данная ситуация мне представляется для нас крайне важна, безусловно, солидарная поддержка стран Запада, в первую очередь Европейского Союза. И нам необходимо проводить комплекс быстрых реформ, о чем мы с вами говорили, опираясь именно вот на эту солидарную поддержку и на, в том числе на финансово-экономическую помощь, в первую очередь, Европейского Союза. Чи це ті санкції, на які очікувала українська влада і загалом Україна? Ну, я би сказав, що ці санкції являються в значительной степени серйозним сдерживающим фактором. Вот, с одной стороны. С другой стороны, мы должны понимать прекрасно, что позиция Европейского Союза, вот, она определяется, как мне представляется, формулой такой своеобразной, в знаменателе которой находится солидарность с Украиной
европейские нормы, правила, стандарты, а в числителе экономические интересы. Это тоже нужно учитывать, с одной стороны. С другой стороны, мы должны понимать, что санкции, которые введены Европейским Союзом, они, скажем так, мгновенного эффекта не дадут. Это они имеют, так если говорить, отложенный несколько эффект. А с другой стороны, вы должны прекрасно понимать, что российская сторона тоже имеет определенный запас прочности и определенный потенциал и ресурсы. Поэтому вот это нужно, безусловно, учитывать. Но то, что санкции, безусловно, влияют и сказываются на позиции, скажем, российской стороны, это, безусловно, важно, это очевидно. Якщо говорити про окремі країни Європейського Союзу, які мають дуже значний вплив у регіоні, от Німеччина, вона була досить обережною у своїх заявах протягом усього періоду конфлікту України та Російської Федерації до останнього часу. І от ми маємо інформацію, що вже 23 серпня Ангела Меркель відвідає Україну. Чого очікувати від цього візиту? Ну, мне кажется, этот визит имеет несколько важных моментов. Ну, во-первых, это один из таких знаковых моментов, он будет проходить накануне национального праздника Украины, во-первых. Во-вторых, он свидетельствует о очень интенсивных и продуктивных персональных контактах лидеров двух стран. Вот. С другой стороны, безусловно, это свидетельство вот той солидарной поддержки стран ЕС, о чем мы с вами говорили. Вот. Ну и, безусловно, наверное, стоит его рассматривать с той точки зрения, что это будет своеобразная сверка часов накануне поездки президента Украины в Минск. А от саме позиція Німеччини в Європейському Союзі, наскільки вона вирішальна на прийняття рішень загалом усіма країнами? Ну, безусловно, она важна. Решение в Европейском Союзе принимается консенсусом. Понятно, что учитывается мнение всех стран. Это абсолютно очевидно, это фундаментальный принцип Европейского Союза. Но то, что именно Германия, как один из моторов Европейского Союза, оказывает такую серьезную, значимую поддержку Украине, безусловно, это очень важно. Это очень важно по многим показателям, в том числе в контексте тех отношений, которые сегодня развиваются между Киевом и Берлином. Ви згадали про зустріч президента України та президента Російської Федерації, яка має відбутися 26 серпня, на яку дуже багато надій покладають. До речі, чому саме у Мінську, на вашу думку? Ну, тут сложно сказати, чому вибрана мене та площадка. В какой-то степени это связано, возможно, и с форматом переговоров. То есть речь идет о тройке ЕС, Кэтрин Эштон и два еврокомиссара, Украины и евразийская тройка. Вот, поэтому тут будет идти речь в том числе и о экономике, о энергетике, безусловно, о ситуации на востоке Украины. Вот, и тут я думаю, что весьма важно для нас, с одной стороны, не связывать какие-то, знаете, излишние, завышенные ожидания в отношении этой встречи, но тут есть, скажем так, осторожные ожидания, что эта встреча станет все-таки неким прологом для дальнейшего процесса стабилизации. Я имею в виду, в первую очередь, ситуацию на востоке страны. От в таких умовах, які сьогодні є, дуже багато експертів говорять про те, що не має бути місця діалогу з Російською Федерацією. Ви бачите цей діалог? Ну, как таковой диалог, он идет. То есть мы можем вспомнить с вами женевские встречи, встречи в Берлине, вот, министров иностранных дел. Вот, то есть так или иначе диалог он нужен будет. В каком формате, это покажет время. Это многосторонний формат пока происходит. Вот, вот говорят о двусторонней встрече. То, что в той или иной форме нам придется вести диалог с Российской Федерацией, это абсолютно очевидно. Вопрос только в том, что этот диалог должен идти во взаимовыгодном формате, учитывать интересы украинской стороны, и мы должны опираться в первую очередь очень четко на свои национальные интересы. Вот каким может быть компромисс? От, на вашу думку, чем, какими принципами, чем не может поступиться Украина? Ну, определено уже несколько красных линий, о чем мы говорили. Это проблематика, крымская проблематика, которой, на мой взгляд, сегодня решения какого-то конкретного нету. Это внутригосударственное устройство Украины, это европейская интеграция. То, что не поддается в собственном обсуждении. Украина выбрала курс на интеграцию в Европейский Союз. Вот, этот курс необратим. Вот, он имеет поступательную динамику. И я думаю, что именно с европейской интеграцией, с движением Украины в европейское сообщество связано будущее нашей страны. А розв'язання ситуації безпосередньо на сході України ви пов'язуєте із, власне, з діалогом з Російською Федерацією? Безусловно, это
очевидно, потому что нам, во-первых, для продолжения успешных действий на Востоке необходимо минимизировать или исключить возможность экспорта с российской стороны, так сказать, терроризма. Вот, нам необходимо, чтобы российская сторона остановила, прекратила передвижение через границу. Військовыми усилиями мы этого не сможем сделать. Военными усилиями это составная часть общего плана. То есть мы говорим о комплексном решении этой проблематики. Вы видите, что сегодня происходит в этом регионе, как идут военные действия. Вот и, безусловно, нам необходимо, с одной стороны, продолжать подобную вот эту политику, которую сейчас проводит руководство страны, с другой стороны, всеми возможными способами, в том числе дипломатическими, пытаться урегулировать этот конфликт. А организация такая, как НАТО, доки мы не є членом альянсу, вона не втрутиться в цей конфликт прямо? Об этом было сказано руководством НАТО уже. Это первое. Во-вторых, мы должны на сегодняшний день максимально эффективно использовать уже действующие механизмы, которые у нас есть. Я имею в виду в том числе и годовые национальные планы по сотрудничеству с НАТО. Речь идет о военно-техническом сотрудничестве, о гуманитарных контактах, о контактах в сфере развития демократии и прочее. Это очень большой комплекс вопросов. И в данной ситуации, конечно, безусловно, НАТО оказывает очень серьезную поддержку Украине. И вот это взаимное партнерство, сотрудничество, оно в сегодняшний день приобретает особое значение и очень важное для Украины именно в нынешних условиях. От вересневий саміт країн НАТО, на якому буде підніматися питання, зокрема, України, на що варто розраховувати? Ну, очевидно, нам стоит рассчитывать на более тесные, более продуктивные отношения с НАТО. Очевидно, НАТО будет модернизировать свою внешнюю политику, в том числе в отношении России, потому что об этом уже было ряд заявлений. Вот, я думаю, откроются новые горизонты, новые возможности сотрудничества с Североатлантическим альянсом в самых разных сферах, о чем мы с вами уже говорили, начиная от военно-технического сотрудничества и кончая, скажем так, проблемы с контактами в сфере гуманитарной, в сфере развития демократии и прочее. Это очень важно. А то, что, згідно соціологічних досліджень, ви про це згадували, думка українців значно змінилася по відношенню і до Європейського Союзу, і до вступу нашої країни до НАТО. Таке рішення підтримують вже понад 50% громадян України. На вашу думку, це впливає на наші перспективи? В какой-то степени очевидно, да, потому что это рост, скажем так, симпатии к НАТО, это является результатом соответствующих действий российской стороны, в том числе отношений Крыма и на востоке страны. То есть это ответная реакция. С другой стороны, мы понимаем, что сегодня ни Украина, ни НАТО к конкретике этого вопроса не готовы, и вопрос о вступлении Украины в НАТО на повестке дня не стоит. А загалом майбутнє української обороноздатності ви бачите у колективній безпеці? Безусловно, мені представляється дуже важливим, щоб ми определили іменно формат і механізми участі в колективній безпеці. Річ йде як о альянсі, як о НАТО, так і в тому числі о структурах безпеці в рамках Європейського Союзу. Європейська політика безпеці і оборони – теж один із інструментів, на який потрібно розраховувати, в дальнейшем укрепляя обороноспособность нашей страны. Знаючи відношення російського президента до альянсу НАТО, чи може бути компромісом те, що Україна залишиться позаблоковою країною? Это сложно сказать. Я думаю, что сегодня пока вопрос внеблоковости, он в значительной степени определяет ситуацию, которая сегодня происходит и в Украине, и вокруг нее. Вот. Как будет в дальнейшем, сказать достаточно сложно, это будет зависеть от развития ситуации как внутри страны, так и вовне, как в отношениях Украины с Россией, так и в отношениях Европейского Союза с Россией, США с Россией. То есть это многофункциональный такой, если так говорить, диалог и такая ситуация. Поэтому тут эта проблема достаточно сложная в сегодняшний день. Еще одна страна, которая очень активно поддерживает Украину в этой ситуации, это Соединенные Штаты Америки. Что нам может принести статус союзника этой страны? Ну, это расширяет возможные контакты сотрудничества в разных сферах. Вот отдает нормативно-правовое обеспечение контактов Украины с Соединенными Штатами Америки, как в военно-технической сфере, так и в других тоже сферах. Вот отдает определенный, скажем так, привилегированный статус, вот, который предусматривает более углубленное партнерство в тех сферах, в которых сегодня Украина крайне заинтересована, в том числе для того, чтобы
стабілізують ситуацію на Востокі. Це дуже важливо, представляється. Який приклад? От, це Ізраїль, наприклад, стратегічний партнер Сполучених Штатів? Тут є ряд прикладів. Більше десятка країн вже є такими партнерами Сполучених Штатів Америки. Тому це, скажімо так, не ексклюзивно для України. Але потужність армії Ізраїлю саме завдяки співпраці зі Сполученими Штатами? Ну, понимаете, тут нужно говорить о мощности армии, исходя из многих факторов, которые влияют. С одной стороны, это тоже составляющая, безусловно, контакты Соединенных Штатов Америки. С другой стороны, в Израиле очень накоплен очень большой опыт, скажем так, в том числе и боевых действий. Эта страна является воюющей. Вот. Кстати, в том числе нужно учитывать и процессы модернизации израильской армии, которые тоже идут. Вот, то есть тут это вопрос очень многофакторный, то есть и то, основные части самые разные. Але щодо людських сил нам варто розраховувати лише на себе. Нам рассчитывать сейчас приходится на себя, потому что, как выяснилось, четких международных гарантий, которые бы обеспечивали суверенитет, территориальную целостность страны, у нас сегодня, на сегодняшний день нет просто. То есть мы в свое время объявили о собственной внеблоковости, и, как выяснилось, впоследствии, что можемо рахувати на сьогоднішній день тільки на свої власні сили. Коротко на завершення, ваш прогноз ситуації на Сході? Дуже складно дати прогноз, як буде ситуація розвиватися. Як мені представляється, змінення тактики дій українських сил ЕКО принесе определені свої плоди. Це, безусловно, позитив, але, я повторюсь ще раз, во многому буде залежати розвиття ситуації, в тому числі, від внутрішніх дій України, маю в виду наших подразделений, так в том числе и от возможных дипломатических действий на международной арене, что тоже крайне важно. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам нагадую, що гостем студії «Власний погляд» був співдиректор програм з питань зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Михайло Пашков. Залишайтеся із парламентськими далі, адже ми робимо політику зрозумілою.